сюда, тебя заберу светлый терем с балконом на море. В какой день недели, где-то в часу ты выйдешь ко мне осторожно. Красивое озеро. Очень напоминает озеро Рица, такое же голубое. Стали вот здесь вот лагерем, поставили машины, перекрыли дорогу, чтобы больше туда никто не въехал. Там дальше поставили палатки. Вот так наш лагерь выглядит со стороны машины. Раз, два, три палатки, там они устанавливают столовую. Так что ближе подойдем, посмотрим. Это великолепный пейзаж. Так, это палатка номер один. По розыгрышу она досталась Алле с Димой. Это палатка номер два. Наша. Мы себе сделали прекрасный вид на озеро. Не открываем. Внутри у нас так все прибрано. Не знаю, посмотрим, как нам удастся первую ночь поставить. Это палатка номер три. Здесь будет жить Юля. Юля с Игорем, да, не самая маленькая, но зато самая уютная, потому что у Юли здесь есть ковры, коврик в приходе, постельное белье, в общем, просто замечательно все. Так, а это идет установка столовой в процессе еще. Вот уже каркас крыши сформировался. Ты попозже посмотрим, что у них выйдет. Так что здесь у нас будет столовая. Это общее место отдыха. Здесь вот живописный такой ручеек, который впадает в наше озеро. Тут граница нашего лагеря. Очень еще вот с этой стороны. Здесь мы оставили место для палатки гостей, которые приедут. Это их место, мы решили его не трогать. Ну а это вид с этой стороны. Так, это мы поставили палатку для гостей. Сейчас там храним важные ненужные вещи на данный момент. Молодец. Нет, я снимаю как на каком этапе лагерь, кто сейчас сделает. Семен? Делал мотор для лодки. Сейчас будут надувать лодки, поеду ставить резинки. Это у нас уже готовая столовая. А это? Так, наступил вечер. Мы наконец пожарили шашлыки. И уселись пировать в нашей новой кухне. Вот такой у нас замечательный стол. А еще мы... Алла, покажи шашлыки. Так, какая шашлыки? Ну, вот уже пошла клубника на десерт. Нет. Такие вкусные это шашлычки не, получились. Только для истории. Так, ну ладно, сейчас поднимаем тост. Разливайте на третий тост. Первый тост был за приезд, второй за тех, кто нас пригласил. Какой же у нас будет третий тост? Ну, за Аляску. За пустыню, за тот край, который нас принял. Колокольчик позвонил. А, за другой колокольчик звонит? Кстати, колокольчик обязательно. Да, пройдись, да. Пройдись на колокольчик, а вы надевайте, я пройду по колокольчику. Вот, покажу. Вот это вот называется колокольчики.
Но там в глубине озера стоят резинки. Мы ждем, когда они позвонят, чтобы достать рыбу. Да я по всем уже прошлась. И по горам, и по вам. А вы все не наливаете. Налито. Давай мне мою. Ну давай, говорите. Давайте выпьем за Аляску, которая является кусочком нашей Родины. Александр, а не Екатерина, был неправ, продав ее американцам. Я думал, Александр продал. Просто напутали слова. Ну все, за нашу Аляску, Родину, за Аляску. Мам, подожди, ты можешь мне? Сказала, что не надо, все. Все гуляют. Рыбака не съели, вернулись обратно. Видимо, сытые. В голове столько мыслей, кому их рассказать. Да и я здесь один, лучше их записать. Нужно продолжать двигаться, а не бежать. От себя не убежишь, в 30 это надо знать. Ты можешь поменять страну и континент. Ты можешь сорвать куш и упустить момент жить. Будто бы границ нет, уходя после себя оставить след. Меня уносит с собой ветер перемен. Мимо крыш домов, мимо кремлевских стен. И я парю над городом, как Супермен, покидая его душный плен. Еще один раз здесь только я и ты. Последний звонок и горят мосты. Из-под ног ушла земля, я давно отпустил. Но я все еще люблю тебя. Пришел момент в жизни поменять и новые вершины погорять. Поверь мне, так трудно говорить прощай. Я уеду жить в Лондон. Я уеду жить в Лондон. Я уеду туда, где большая вода может быть навсегда. Я уеду жить в Лондон. Мне на славу ты снится. Но проблема одна в направлении том. Из Москвы никогда не идут поезда. Я уеду жить в Лондон. Видно, там с балкона пишу мемуары. А по парку гуляют влюбленные пары. Я сейчас в эпицентре этой красоты. Правда, жизнь не такая, сочиняя мечты. Ты можешь сбросить весь ненужный груз, очистить дом от мусора, включить джаз плюс. Поменять свое сознание, направить весь поток энергии на созидание. Я научился летать, оттолкнувшись от стен. Мимо площади, пролетая Биг Бен. Я парю над городом, как Супермен. Пожалуй, здесь останусь, я попал в его плен. Так счастливы здесь смогли быть я и ты. Но время не ждет, и горят мосты. Где бы не был на земле, я давно отпустил. Но я скучаю по тебе. Пришел момент всю жизнь поменять и новые вершины покорять. Поверь мне, так трудно говорить прощай. Я уеду жить в Лондон. Я уеду жить в Лондон. Я уеду туда, где большая вода может быть навсегда. Я уеду жить в Лондон. Мне Москва будет сниться. Вот это да, к нашему домику, смотрите, маманька с двумя пришла. Снимаю через дверь, через стекло, чтобы не спугнуть. Офигеть. Plan is the wrong one. This is a gift from the insurance companies. That's not going to be.
красавцы. Да, слушай, вообще обалдеть. Сейчас цветы сидят. Слушайте, колючки, да? Слушай, несу, кустов нет, здесь кусты. Вот так его будешь ловить, и они придут. Что делать? Лосенок, по-моему, одна девочка, такой мальчик. Если я разглядела правильно. Ну, они сейчас, наверное, здесь спускаются. Wait. Кинай. Кинай. Вот к нам собачка сегодня пришла в гости. У нее лапа перебита, передняя. На ошейнике написаны номера телефона. Мы позвонили, оказывается, хозяин его здесь, в дальнем конце. Ну вот. Up. Up. Nice. See. No. What? Sit. I say sit. Up. Sit. Down. Give me head. Give me head. Nice boy. Nice boy. Down. Nice boy. Кинай. Зовут его Кинай, на ошейнике все это написано. Спасибо.